Посмотрите, какой идеальный строй. Группа подошла в пилотажном полетном порядке пирамида. Отличные летчики с определенным серьезным возрастом и, конечно же, с потрясающим воздушным опытом. Ведущий группы Александр Шиперов, заместитель директора авиакомпании «Челавия» в полетной работе. Командир группы вот этой, можно сказать, высшего пилотажа. Все-таки вот эти учебные самолеты, которые весят всего лишь чуть более чем полтонны. Вот такой небольшой самолетик П-2002 «Сфера», на котором проходит первоначальное обучение. Вы посмотрите, какой интервал. Да обалдеть можно, 2-3 метра, а то и меньше. В такую погоду это для рядового пилота коммерческой авиации. А общий налет у него более 6000 часов. Военный летчик первого класса. В недалеком прошлом летчик-инструктор Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов. Подготовил не один десяток командиров кораблей и более 150 штурманов для военно-воздушных сил России, а в свое время и Советского Союза. Кстати, неоднократно принимал участие в наведении конституционного порядка на Северном Кавказе. Настолько часто, что даже не может вспомнить, где он был больше, в родном Челябинске или в Грозных горах. В том числе такие, как знаменитый Ми-29, которому мы уже сегодня аплодировали, и еще, надеюсь, будем аплодировать, Су-27, самолет детектом всех модификаций. А у нас проход в полетном порядке, конверт, аплодисменты летчикам! Браво, человек! Вот такой пилотажный порядок конверт. Итальянские самолеты первоначального обучения П-2002 «Сьерра». Четвертый ведомый Сергей Чудинов, пилот-инструктор авиакомпании «Челавия», линейный пилот первого класса. Общий налет, даже боюсь произнести эту цифру, более 20 000 часов краснознаменного училища штурманов, штатный руководитель полетов аэродрома «Шагол». По окончании службы в рядах вооруженных сил снова вернулся в небо и на сегодняшний день ставит на крыло соколят, с позволения сказать, гражданской авиации. Смотрите, какая уникальная штука, роспуск 3×3. Браво, браво, человек! Опаньки, смотрите, какая красота! Вот так друг навстречу друга. 3×3, как мушкетеры. Только воздушные. А это вот самолеты наших земляков. Авиакомпания «Челавия», которая создана в 2003 году в Челябинске. Вот, но только энтузиастами своего дела. Это, наверное, такие люди, которые так же, как и вы, вот сегодня пришли в такую погоду на аэродром. А это вот небольшая горстка друзей, которые болеют за нашу авиацию. И вся эта история началась только с легкого самолета «Корветел», который был выбран не случайно. Тогда отсутствовала просто законодательная база и развитая аэродромная система. «Шагол», ведущий и ведомый, как когда-то во Вторую мировую войну, не должен ведомый отставать от своего ведущего. Иначе потеряется самолет, либо один, либо второй. Военные это знают. Аплодисменты летчикам! Браво! Браво, человек! Кстати, в 2008 году наша авиакомпания из Челябинска создала филиальную сеть. Конечно же, первый филиал был открыт в Москве. В 2009 году, в январе. Сегодня об этом все знают, уважают наш родной Челябинск, потому что у нас дислоцируется штаб, скажем так, летной этой компании. А мы аплодируем, это у нас пара на минимальных
дистанциях совершает посадку на аэродром. А другая пара продолжает пилотировать, вот тут виражировать над аэродромом Шагол. Молодцы, ребята. Вот в такую погоду. Thank you.
Прячется, значит, бомбить будет.